Ну что ж, всем привет, дорогие друзья, с вами Тэшер, и сегодня продолжаем обсуждение игры Ratchet & Clank Up Your Arsenal для консоли PlayStation 3. Что ж, в большей части мы прошли планету Маркезия, получили координаты на арену, собственно, куда мы сейчас отправимся, и в конце купили новое оружие. Как оно, кстати, называется? Spitting Hydro. Ну ладно, летим на арену. Так, вот, собственно, арена. Идет сохранение. Сохранилось. Кстати, уже шипения нет. Да, шипения нет, офигенно. Meet our first contestant. He's an unemployed rocket mechanic who claims to have saved two galaxies, but most people know him as Secret Agent Clank's bumbling chauffeur. He hopes that disguising himself as a Tyranoid will make him more attractive to the ladies. Hey, give a warm welcome to Ratchet! Наконец-то его имя сказали. Ratchet will attempt to be the first contestant ever to survive the Death Course. Contestant number one, are you ready? Bring it on. Так, нас сейчас все-таки перенесли на эту локацию. Так, нет. Хотя я бы успел перескочить. Да ладно. Рисковать сейчас лучше не надо. Эта работа очень веселая. Ладно. Я все время боюсь, что иногда у меня эхо от наушников. Серьезно. Это фигово. Так, что у нас тут? Да, я это помню. Так. Отлично. О, кстати, там этот титановый болт. Давайте все-таки уже попользуемся новым оружием, которое, кстати, очень офигенное. Так, возьмем болт. Вы нашли титановый болт. Отлично. Титановые болты могут быть использованы для скинов и так далее. Давай. Есть, успел. Опа-на. Но это легко. Давай. О, я улучшил, кстати, наноботовцы. Блин, почему? По-моему, игра слишком громко. У меня в наушниках. А так игра работает тихо. Для меня она очень громко. Что обидно. Мы пошли в прошлый раз в эту сторону. Теперь, по идее, должны идти сюда. Ага. Так, давайте все-таки на это переключим. Ага. Вот это, кстати, было неожиданно. А вот это уже было ожидаемо. Так, главное все-таки не тупануть и не вылететь. Опа-на. О, прошел. Это легко. Congratulations. First place. Вы заслужили приз фли... А у меня что ли этой ачивки не было, я не понимаю. Или была? Какого черта? Now it's time to get down and dirty for a lowdown. Так. Ну давайте с этого. Пошмаляем пойдем. 10 раундов. Думаю, это легко. Я вот все думаю, не попробую ли записать 16 на 9. Я просто когда переключаю на 16 на 9, все выглядит настолько больно, что лучше писать на 4. Ауч. Попал все-таки. Кстати, на аренах можно легко прокачаться. У меня 8000. Ну, почти 9. Давай. Это уже четвертый раунд? А чё так быстро-то? Офигеть, легко. Так, не слишком близко. Во-во, полегче.
Ауч, все-таки больно. О, Инферно мод. Отлично. А нет, все-таки опыт идет. Я просто думал, если переключаешься на Инферно мод, опыта ноль. Так, седьмой раунд. А, все на исходе. Так. Баба. Оу! Как-то не заметил. Так, мне все-таки главное выжить. Так. Оба-на. Пополнили. Хована. Да что ты там трендишь, я понять не могу. О боже мой, так даже вы кончитесь. Ну это уже девятый раунд, так что скоро. А вот это, кстати, быстрее. Но все-таки не особо эффективно. Так. Баба. И это все? Это все 10 раундов? This is easy. I don't believe it, folks. He survived the death course. Ты выжил в этом, фиг знает как. Мерзость. Do not be alarmed, Sasha. That is Ratchet. Oh, I see you won the Terror Guys. It's very convincing. Anyway, there's something I think the two of you need to see. Quark Person Lock Entry. Эй, это же второй части Монстрик. А это концовка второй части. But when news arrived that Dr. Nefarious had again risen to power, I knew where my true destiny lay. The training necessary to get back into tip-top shape has been exhausting, and my mind overflows with brilliant concepts. Это же легко. 2 плюс 2 равно 4. Stench of my simian companions. Come to resume my duties as the greatest hero the galaxy has ever known. Captain Quark. А на самом деле он полный лох. Ну да ладно. You're not gonna believe this, but the president put Quark in charge of the fight against Nefarious. Our new commander just called his first team meeting. You better get back to the Phoenix right away. I agree. This does not sound good. Боже мой, это было мерзко, как он это ляпнул. Кстати, сколько там мне дают за арены? Я просто хочу уже вне записи пройти. 4, 6, 2... Ну, много. Так. Но все-таки я это во время записи не буду проходить, а лучше буду проходить вне записи. Капец, я уже записываю 8 минут 40 секунд. Это слегка многовато. Сейчас будет, по-моему, под водой миссия. Ladies and gentlemen, Owen, Helga, welcome to the Q Force. You have been assembled here because each of you is an expert in your particular field. From Al's mastery of electronics to Skid's nerves of steel to Helga's sensual powers of seduction. Each of you has shown that you are worthy to wear the Q. Years ago, I single-handedly defeated Dr. Nefarious, but like a rash on the galaxy's backside, he has flared up again. Our first mission will be to infiltrate the Doctor's top secret base on planet Aquatos. Impossible, you say? Perhaps for a lesser strategist?
Behold, my brilliant plan! На самом деле у нас очень полный бред. First, Ratchet and Clank will descend to the sea floor and wade through a series of tunnels flooded with waist-high raw sewage. What? Please hold your questions until the end of the presentation. After infiltrating the base, our agents will split up. Clank will enter the base's ventilation system, where he will locate and deploy this banana-guided autonomous monkey device, or the GAMD. Meanwhile, Ratchet will use his extensive knowledge of the Tyrannoid language and customs to win the trust of the bloodthirsty alien guards. Finally, our agents will make their way to Nefarious's personal office, steal everything that isn't nailed down, and exfiltrate the base completely undetected. Это чудовищный план, ребята. That's crazy. But it just might work. Заметьте, в этом плане не присутствует Quark. Это значит, что Quark говнюк. Кстати, нужно сейчас купить... Нужно, точнее, пополнить сейчас запас. Я забыл, что тут прыгать нельзя. Кстати. Ай, блин, не то. Я хотел снова поставить вот это. Потому что меня вот так прикалывает больше, чем вот с этими парашютиками. Если что, обратно переставлю. Да. Доступен новый вид комик. Но я его сейчас не хочу проходить. Я лучше пойду на планету. Потому что вид комик это скучно. А сейчас мы идем на Акуэйтос, в котором целых 5 титановых болтов. И я без понятия, где они находятся. Ну ладно. Идет сохранение. Incoming call. Oh no. Clank, Bubby, you're killing me. Excuse me? I'm trying to make a picture here, and Mr. Bigshot's star is nowhere to be found. I am currently occupied with a mission of galactic security. Right, right. I get it. You want a bigger trailer? Done. You want a daily oil massage? Done. I need my star on the set pronto, capiche? You're breaking up. You know, I can see you. Ты знаешь, что я вижу тебя. Oh yeah? How about now? He'll figure something out. We've got work to do. Не, все-таки меня этот телепродюсер тоже бесит. Кстати, ничего так как раз. Я так понял, Акуэйтос — это чисто планета из воды, и под ней находится, да, вот эта вот база. Я сразу вспоминаю, как на... вот именно в самом начале просил в FPS на эмуляторе. Не знаю, к чему я это сказал, ну ладно. Кстати, что тут надо делать было? А, тут же скит, по-моему, вышел. Так, а мне туда или туда? А, нет, туда мне еще нельзя. Так, патроны пополнил, по-моему. Да. Кстати, что я могу... О, я могу кнут купить. Давайте я кнут и куплю. Оу, oh, yeah. В смысле? А, я помню, если так сделать, можно его вот так пульнуть. Ой, не то. А, вот так. Эй. Вот, отлично. Так, пополнил. И идем дальше. Вау, как он офигенно выглядит. Все, идем вниз. Скид? Ну да ладно. Скид? What are you doing here? My code name is Shadow Dude, bro. Black Ops are my specialty. I figured you guys could use my help. Thanks, Shadow Dude, but I think we've got this one covered. All right, I'll just take my hacker and go back to the ship. Hacker? Oh, well, you know, on second thought, I think we'd like you to join the mission, Shadow Dude. Awesome! This is gonna be sick! Почему мне теперь кажется, что он такой же придурок, как и Quark? Ну да ладно. Скид вроде нормальный. Чуть-чуть. Так, болты необходимая вещь. Отлично. Так что мы их должны собирать.
Кстати, по-моему, вот эти слизняки появились в самой первой части Ratchet & Clank. И которые меня жестко бесили в Secret Gadget 2. Что класс. Я вас ненавижу. Ладно, раз мы все время стоим рядом вот с этой, давайте я снова закуплюсь боеприпасы. Без них никак. О, давай. Мы, кстати, сейчас снова можем прокачаться. Так, тут у нас множитель болтов. The jackpot crate multiplies all bolts and experience gained for a limited time. Ну ладно. Мы, кстати, эту подсказку будем видеть каждый раз, когда получаем этот множитель. Почему я хочу сказать множитель моджо? Вот мы и прокачались. Так. Давай, ломай систему. Он на тираннозавра похож. Фу, чуть не упал. Кстати, было бы плохо, если бы я упал. Фу. Серьезно, он так близко к этим штукам подходит. Что ж, страх. Какого? Вообще борзел. Я тебе еще дам. Вообще борзел. Так близко подходит. Оба-на. Так. Тебя нам еще не хватало. Че, все? Да, походу все. Кстати, тут хилка, а я даже не умер. Точнее, даже здоровья не потратил. Прикольно. О, болты. Так. Отлично, идем на погружение. Press square to dive and X to rise. Так, press harder туда. To dive or rise faster. Your helmet will provide oxygen. At least, in theory. Знаете, эти болты я собирать уже не буду, потому что это мутор. А мне хотя бы надо уложиться в серию. И я снимаю уже 17 минут. Ну, уже почти 18. Так что мне слегка неудобно так. Я вообще хотел там максимум серии 30 минут. О, я знаю сейчас, что будет. Сейчас будет большой слизняк. Давай. Ломай, ломай. Фух, окей. Давай, появляйся. Какой ты мерзкий. Ух. О, что? Я что, по нему попал? Готово. Кстати, а нет, по мне все-таки раз попали. Или нет? Вроде бы да. Так, окей. Так. Готовы. Оба-на. Оба-на. Не задело. Овсу. Так, минуту. Мне показалось или... Нет, мне не показалось. Офигенно. Лучше бы я почаще их проверял. Кстати, на карте нет. На карте титановые болты все-таки не отображаются. А в Нексусе отображались. Это доказывает еще раз, что Нексус очень сильно казуален. Так. Я сейчас прокачаю вот это оружие. Да. А эти оружия офигенные. Так. Оба-на. Всех убил.
Да, всех. Так. Давай, взрывайся. Отлично. Кстати, уже почти 10 тысяч болтов. Неплохо. Так. Тут какая-то зелененькая жижа, которая выглядит достаточно мерзко. Так. Иди-ка ты нафиг. У нас тут пусто, да? Да, у нас тут пусто. Ага. Берут, поджидают так же. Так. Он промазал. Офигеть. Так, я сейчас впустую потратил патроны. Офигенного оружия. Кстати, это слегка обидно. Так. Я уже снимаю 20 минут. Главное ложиться в 30 или хотя бы 40. Что у меня, кстати, не очень хорошо получается. Так. Ты был лишним. Так. Тут куда мне? Оба-на. Титановый болт. Капец, я ничего не вижу. Так, нам сюда. Главное, чтобы она рядом со мной не бомбанула. Все, доплыл. Отлично. Сейчас сканеры снова засекли вот эту гигантскую тварюгу. Это я помню. А нет, в этот раз она уже говорит, это не будет. Странно. Так. Тут у нас тоже еще есть болты. Кстати, долго это еще длится будет, а то я уже слегка подустал. Так. А тут у нас уже серьезная компашка. А теперь со скольки ударов ты сдохнешь? С трех. Что? Четырех. Ага. Теперь мне выпал этот кристалл. Отлично. Но все-таки то, что меня задели, это не отлично. Кстати, давайте сейчас чуть-чуть назад прогуляемся. Совсем капельку. Так. Все-таки здоровье мне нужно. Так, ну нужно. Ну пойдет так, пополнил. Думаю, этого мне хватит. Так, давай залезай снова. Давай. У меня почему-то это стало не всегда получаться. Хотя обычно это легко у меня получилось. О! Не-не-не, чувак, подожди. А теперь давай. Угу. Так, у меня внизу. Кстати, мне почему-то кажется, что... Тут что-то есть. Но тут ничего. Так. Давай. Это было неожиданно. Все. Давай. Айман. Кстати, я еще ни разу не умер. Главное не накаркать. Потому что здесь чекпоинты очень фигово выдаются. У него такая бородка прикольная. У него монобровь. О, это мерзко. Клэш, did you hear that? We are not alone. Hey, dudes, I forgot to feed my goldfish. Я забыл покормить свою золотую рыбку. Трус. Slim Cognito? What are you doing down here?
I had a small run-in with the cops concerning a suck cannon upgrade that was mistakenly sold to a minor. I swear the kid looked 18. Anyway, I needed to find a less conspicuous place to do business. I take it you two are still in the market. Well, let's see what you've got. Такс. О, Lava Gun стоит аж 40 тысяч. А вот это стоит 25 тысяч. Ладно, я пройду на арене уровней и куплю Lava Gun. Так что если вы увидите у меня его в следующей части, то не удивляйтесь. А где портал? А, вот он. Тут у нас Return to Your Ship. Но поскольку мы еще не получили координаты к новой планете, отправляемся сюда. Это же загрузочка, да? Да, это загрузочка. Долгая загрузочка. There is the ventilation shaft. We must split up here. Yeah. Well, I guess it's time to put on the tira guys and go meet my new pals. Good luck. I will assist you if I can. А, вспомнил. Все, вспомнил, что сейчас будет. Perhaps you should have read the instruction manual. It was nice knowing you, Ratchet. Хорошо, что нам хотя бы написали его субтитры. Но поскольку я русский, я это... Вот я туплю, я кнопку пропустил. Так. Давай. Есть. Успел. Эй, а где костюм секретного агента? Обидно. No monkeying around. Monkeying. Не обезьяничай, или как это переводится? Blank, that little sucker will chase bananas any place you shoot him. Give it a try. Так, и... Ой, перебор. Давай, лезь. Я не пройду. Вот обезьяна пройдет. Clank, if the guards discover you, just shoot a banana and have the monkey distract them. Ratchet, I need you to extend the bridge at junction G5. I'm on it. Да, я могу все-таки сейчас стать обычным, но нет. Нам нужно пообщаться вот с этими дебилоидами. Толк. X, triangle, square, cross. А, ну сейчас это легко. Идем дальше. 1, 2, 3, вот все. Толк. Крестик удерживаем. Треугольник. Треугольник. Нолик. Квадрат. Квадрат. Треугольник. Ну что, мы с тобой контакт наладили? Нет еще. Так. Так. Но это легко. Давай, давай, давай. Все, идем дальше. Теперь нужно поговорить с этим, чтобы он убрал вот эту вот гигантскую штуковину, чтобы это ни было. О, пошли уже стрелочки. Блин, с этим через строчим иногда кажется, что у нолик это квадрат. Вот, собственно говоря, и все. Осталось еще чуть-чуть, и мы пройдем уже эту локацию и на этом закончим серию. Так. Тупая обезьяна. Так. Дайте-ка угадаю. Сейчас это закроется. Ага. Так, мы сделаем тогда вот так вот. Хабана. Готово. Теперь давай сюда. Давай, беги. Честно говоря, ну не рожа.
Так, ребятки. Look, gadgets. I love those little guys. To give them command. Давайте идите за мной. And select the command with the left analog. Так, атака. О, ну это легко. А где обезьяна? Я их кинул уже, банан. Так, давай. Так, с моих малышей там не пристрелили? Давай, все четверо, ну же. Ого, круто, все четверо. Ай! Они меня толкнули. Так нечестно. Обойди эту кнопку. Давай. Ну, на боты стоит сюда. А я кидаю вот так. Enter. Ну вот, собственно, и все. Теперь снова играем за Ratchet. Это перепрыгнуть можно? Ауч. Ну да, но не особо офигенно. Так, давайте я постою на ней чуток. И сейчас. Давай. Есть. Да, он стал просто в офигенном месте. Дал. Вверх, квадрат, вниз, нолик. Это удерживаем. О, то есть с ним один раз надо было поговорить. Отлично. О боже мой. Давайте. И... Ай, блин, косяк. Ай. Туплю. Я, кстати, снова на этом же месте тупаю. Все. Да ладно, с тобой еще и дважды надо говорить. Ай! Ну тупанул, подумаешь. Ладно. Ну, ты поговорили. Давай. Я могу же с собой стать? Да, могу. И тут Кленк. Well, what took you so long? Кленк, what are you doing here? You're supposed to meet me on the surface. I thought I would help. Well, you can give me a hand searching Dr. Nefarious's office. Все серии секретного агента Кленка, что ли? Look at this. The complete Secret Agent Clank Holovid collection. This guy's your biggest fan. That is rather disturbing. I have downloaded an encrypted star map. Perhaps Al can decode it. Great. Let's get back to the Phoenix. Так, а где новые координаты, я не понял. Странно. И тут я вспоминаю Ratchet & Clank: Size Matters, потому что я впервые это увидел в ней. Прикольно так падает. Он падает, кстати, там в бездонную яму. Так, у меня два кристалла. Отлично. Кстати говоря, тут их можно поискать сейчас и отдать вот этому дебилоиду. Но я не хочу париться. Кстати, ну за это нехило болты дают. По-моему, по 1000 за каждый. Или нет? Ну, вроде бы да. Так, давай. Вау! Дежавю! Оу! О, это вы два снова. Прямо на schedule. This here is one of the nastiest, smelliest sewers in the galaxy. Most guys wouldn't set foot in a place like this, but me? Ah, I just can't get enough. Right. Well, we were just passing through. You can get back to whatever you were doing. Hey, if you find any sewer crystals, I'll pay you for them in bolts. I'm making something special for the missus. Sewer crystals. We'll keep that in mind. А, вот, за 2-4 тысячи. Неплохо, кстати. А, в
fresh from the bowels of a king amoeboid. Теперь у меня 17 000. Туда я сейчас искать не хочу. А лучше пойдем дальше. Давайте пополним. Что я могу, кстати, купить? Вот это бесполезно. Ладно. Может быть и полезно, но не для меня. Так. Ну что ж, отправляемся обратно на Феникс. И на этом закончим серию. Так, мне же не надо туда уже идти, я все купил. И сейчас идем на старший Феникс. О, ролик. Это не Фариус? Да. But you may want to know that your impenetrable secret base on Aquatos has been penetrated. Impossible! If you say so, sir. They apparently stole some sort of data disk. Well, I must be off now. Dirty laundry and whatnot. Who is responsible for this outrage? I believe it was a Captain Quark or something. И все, он отрубился. Сейчас еще заорет. Арк! Не, все-таки он псих. Сейчас еще будет видео, да? Или нет? Да. Well, team, I believe some congratulations are in order. After all, my plan worked even more perfectly than expected. Well? Way to go, dude? Don't mention it. I'm just doing my job. Now that I know where the Tyranoids are coming from, I can put a stop to this alien menace once and for all. With utter disregard for my own safety, I've drawn up an ingenious plan for an attack on Tyranosis. First, I shall step aside, allowing Ratchet to free fall down and take out the mortar launchers at the landing site. Once the mortars have been silenced, the dropship will make its descent. Next, Ratchet will take the assault vehicles from the dropship, make his way to the four plasma cannon turrets, and destroy them. Once the turrets have been knocked out, Ratchet will personally lead the assault. По-моему, всю работу делает Ratchet. Кстати, так и есть. All right, let's get to it. Yes, you there in the front? Yeah. Hi. I was just wondering, what are the rest of you going to be doing while I'm down there getting blasted? We'll be monitoring the situation closely from here. Actually, we'll be down at the lunch buffet on deck 5. It's meatloaf day. But we'll be rooting for you every step of the way. Yeah, ma'am, we got your back. Yeah, the plan is excellent. Так, вот у нас доступны новые координаты. И насколько я помню, по идее, сейчас была должна быть доступна новая броня. И сейчас я офигею от того, сколько она будет стоить, да? Так. Кстати, а если переключить на вид от первого лица? Так, не то. Так, вот, first person mod. Так, тут инверсия включилась. Неудобно. Да-да-да, вот, доступна новая броня. Так, сейчас достанем. Хобана. Не, ну мне так неудобно. И это непривычно, если честно, так играть.
Вот. Другое дело. Так, не туда. Так. Не то. Она стоит 60 тысяч. Окей. Я поднакоплю такое количество болтов вне серии. Ну а сейчас всем спасибо за просмотр. Ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Всем удачи. Всем пока.